Папа сидит, медитирует. Вообще, как классно. Там уже кто-то купается. Я ждала, думаю, как они тут не опасно. Вот какие-то там две палки плавают большие. Думаю, может, это сети или что. Сейчас попробую их приблизить. А Саша говорит, вот там внизу написано, что beach not safe, swimming in the beach not safe. Сейчас я приближу этой камеры, и мы это прочитаем. Вот здесь. I don't see anything. Swimming in the beach not safe. Вот что вот это за палки какие-то странные. Сети, наверное. Главное вот в них не попасться. И с другой стороны, вот там вот. I was thinking in the midnight about our cat. Ah, cat, да. But I gave food for cat, for Денис. Саша ночью думал про нашу кошку, но я дала соседу коробку с вискосом, чтобы он ее кормил. Сказала утром и вечером. I saw a fishing boat, but they, there, yes, there they come to the beach. Он говорит, не вижу я рыболовных лодочек. Я видела, но они причаливают, мне кажется, туда, ближе к горе. Там я их видела. О, зарядку делают. Здесь родились, здесь живут, здесь делают зарядку, купаются, работают. Все здесь. Прекрасное детство. Get one omelette. Cheese omelette. It's mine. Thank you. Ого, сколько тостов, папа. So many toast. Cheese omelette and fork. Or. Давай. Вилки-то нету. Не, я, в принципе, и так могу. Я бутербродики же делаю. И не надо было мне вилку. Ой, замороженное масло. А мне чай. Чай, чай. You not order for me? Чай. You want that? No, I want it, yes, I want it. Maybe half you give me later when I finish my coffee. Тора-тора, а не тонли тора-тора. А, о, привет, доброе утро. Good morning, everybody. Good morning, всем. Всем привет. Сколько время? Время, сейчас скажу. 10:28, пол 11. Ага, 10:28. Поздненько мы выползли. Доброе утро. Да. Это сай, это сай. Come on, do. Come on, do. You're very good. Надо сначала объяснить.
Не, причина, я сейчас упала. Там оказался врытый пенек такой бамбука. Да, в песке. А я в песке, да. А я его не заметила, шла босиком. Я как со всего маху камеры в песок рухнула. И у меня что-то вот тут болит, еле хожу. Вся холодным потом. I'm gonna hit the bamboo. When I go, I hit the bamboo. Yo. У меня теперь вот сустав, не знаю, прямо идти не хочет. Все. No problem. Mama strong, mama strong. Very strong. Получится, не получится теперь идти, не знаю. Потихоньку. Может, еще посидеть, сидите. Посидеть до седьмого. Ой. Вот так вот. Прям, нет? Ну, пожалуй, гладь. Ну, что, нормально? Нормально. А что там в рюкзаке? Пусть он не рюкзак. Я поразминаю. А там ничего, пока даже воды еще нет. Здесь нормально? Да. Так, он не тяжелый. Левая он не тяжелый. Нога или какая? Вот это. Да. Или какая? А это вы нога. Что-то вроде правую держали. Ладно, давай с другой стороны. Не-не-не, правая нормально у меня. Ну пошли, может быть она пойдет. Ну, вот, ну вот ты прямо практически на том месте, мусюкала, где самая боль. Подожди, там не бабочка ли сидит? Ой, нет, не бабочка. Ну надеюсь, что расходимся, что у меня ничего плохого нет. Ой, блин, как... Короче, ногу свело, по большому счету. Это для йоги или для каких-то фестивалей, может, maybe танцы. Здесь тоже. Папа, can you ask how much one bungalow this? It's a little more than our... Ну, по-моему, last year we asked, it was 3,000 or 3,500. Our room is very good, very, very good room. Болит, но Саша меня тащит. Ой, торопилась, торопилась, а мне Бог говорит, не спеши, а то успеешь. Блин, я Саше ворчала, ворчала все утро. Надо идти, а то сгорим. Все, надо быстро идти. Ну вот, теперь пойдем нормально, рассмотрим всех птичек. Всех кингфишеров. А я, кстати, взяла приближающую камеру. У меня там рюкзак тяжелый был, не тяжелый. Там есть не приближающая не камера? Надо, да. Ой, там внизу дорожка есть, да? Там еще через эту дырку пролезать придется. А у меня нога болит. Пихнем. Перекинем, да? Что тебе? Чего мне уже терять? Самое, что могло быть нехорошее случилось. Да. Вот здесь как-то вот мы шли, и кокос упал прямо под ноги Саши. Там не хватало несколько сантиметров до его головы. Ну это же если упадет, капец, да? Это капец, да, если упадет. Много сдают велосипеды в аренду. How much one day ask? Hello, this is bicycle for rent. How much one day? 60. Huh? 60. 60 рупий. Меньше $1. Very cheap. Но я пока не могу. Вот у меня нога болит, я не смогу крутить колесо. Very cheap. Вернее, педаль. In arm ball maybe 200. Зато мы можем взять вам скутер, вы уже профессионал. Да ну вас! Подождите, я уже сама себя-то боюсь. Вот такой мне скутер, трехколесный. Да. Ну вот трехколесный. Вот такой надо, да. Вот, такого я не боюсь. Камал. Здесь они везде делают такие входы странные. Ну или вот с этой стороны можно зайти. Мяу. Мяу. Худые такие здесь. Котики. Он должен на кис-кис не оборачиваться. Как по хинди кис-кис? How Hindi people call cats? Ну, Билли, да, but... Это название кошка. But how they call them come here? In Russia we tell кс-кс-кс-кс. We say ау-ау-ау. Ау-ау-ау. Сейчас порепетируем. Ищите кошку. Ищите кошку. Так, запомни. Ау-ау-ау. Вот это кактусы здесь. Hello, hello. Hello. Ой, сори.
Сейчас он, наверное, полезет за кокосами. I think he will go for coconut. Да, трехколесный хорошо. Да, он уже спускается. Какой-то новый отель. International. Какая-то самая замусоренная река. И запах от нее такой же. Ужасный. Нету кингфишеров. Обычно эти птички почему-то здесь сидят на проводах. Красивые кингфишеры над этой грязной рекой. Водички. Дали поболтать, все перекрыли. Да. Very. You can buy this бантики. Ну и как? Очень вкусно. Сколько стоит? Это вкуснее. 50. Этот очень вкусный, не так как те зеленые, что. Да, другой вкус. А вот тут этот, потом разрубить, вот эта масса кокосовая, очень вкусная. Там они тебе получаются зеленые молоденькие. Мама, they're very famous. Little Shore, very famous coffee place.
Drink one more coffee, it will help you. You know how we drink? We put like this. And then как наши купчихи, только металлическая посуда. Very special type. Здесь многие пожилые женщины носят сари без чоли. Только в Гокарне я это вижу. Yo, very good look. It's cool. Так больно ходить. Но я вспоминаю одну женщину в Путапарте. Она пожилая, ей лет 70 было. И она что-то упала, поскользнулась. И то ли она сломала обе руки, то ли что. И пришла к нам в гости, вся в гипсе, две руки. Я такая в ужасе. А она сидит, улыбается и говорит: все нормально, еще один зрелый плод упал с дерева моей кармы. За что-то расплатилась, откупилась. Все нормально, говорит. Вот такая сила духа у нее. А я иду, скулю. Саша меня тащит, ножка болит. Сейчас он мне купит какое-нибудь лекарство. Окей, see you later. Пока. Встретила женщину, говорю... Да, я говорю, откуда-то я вас помню. Из Драмсалы, мы с ней в Драмсале познакомились. Я говорю, ты давно в Гокарне? I think she's German. No, no. А which country? Я не знаю, из какой она страны. Вот. From Spain. Может быть, из Испании, говорит. Она говорит, я уже 2 месяца здесь в Гокарне. Через 5 дней я собираюсь в Бангкок. Из Бангкока в Индонезию. Слушайте, вот прямо, я не знаю, конечно, я сейчас упала и... Мне бы потом до отеля дойти. А вообще я восхищаюсь такими людьми, которые до самых-самых-самых пожилых лет путешествуют, передвигаются. Шустенькие такие. Ой, дай бог мне быть такой. Прямо вот очень хочется. Вот это наш любимый пай-хотель, ресторан. Как бы ресторан. Здесь всегда такой вкусный кёрт в горшочках глиняных продавали. И очень вкусная губи манчжурин было. Later we will buy pineapple home, okay? When we're going home, then we'll buy.